Такое довольно необычное исполнение сказки Сельма Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В хорошем состоянии. Даже уголки не сбиты. Но иллюстрации довольно своеобразные, я бы сказала. 92-й год, Рига, художник Москаленко. Внутри чистое, но иллюстрации, сами видите, насколько они на любителя. Книжка чистенькая, практически новая. Здесь какие-то мелкие барочки именно издательства. Но в общем и целом она практически как новая. Можно взять ее как читать, так и в коллекцию. Кому нравятся такого плана стилизованные иллюстрации. Лиса тут такая забавная. Вообще все животные тут очень интересно изображены. Да не только животные. Очень своеобразные иллюстрации на любителя. Как видите, книжка чистенькая. Не порванная, не порисованная. И вот такая вот. Можно как в коллекцию, так и почитать.